Футболист основа, безусловно. Поэтому, конечно, сегодня состав будет довольно любопытный. В воротах номер первый, Войцех Щестный. Далее 4 защитника. Справа играет 20-й Канцелу. Слева номер 37-й Леонардо Спинацоло. Два центральных защитника. Третий Киелини и 19-й Банучи. Центр поля 5-й Пьяни, 14-й Матьюди. Фланги. Слева играет 33-й Бернардески. Справа 16-й Квадрадо. Нападение. Два форварда. 7-й Роналду и 18-й Мойзе Кен. Два форварда Юве. Опытный Роналду и совсем юный Мойзе Кен, который уже, правда, забил немало мячей в чемпионате. У него 6 голов. Канати номер 9-й Андреа Пелотти, который потихоньку возвращает свою былую форму. Киелини, Оберников, отстает Торино от Ромы на 2 балла, Рома 58 и на 3 очка. Банучи, Мойзе Кен на фланге, обыгрывает соперника Кен, прострел и снова через правый фланг, прострел от Канцело, да, Ювентус прижал соперника практически в штрафной. Ждет партнера, подача в направлении Криштиана. Киелини. Хороший пас и удар сходу от Бернардески. Очень сложная комбинация. Конечно, удар по исполнению был тяжелейший. Хотя, кто помнит начало сезона и матч против Манчестера в Лиге Чемпионов. Опытного Кольярелло. Для Сильвестри. Белотти еще 4 тура играть. Роналдо. Получит мяч Криштиану, хотя столкновение с голкипером Сиригу, но арбитр не фиксирует нарушение правил со стороны вратаря Торино. Окно, Ювентус должен стать сильнее. Опасный момент, пас, ну, скорее был такой удар в сторону штрафной. Дошел мяч до Белотти, но Белотти не был готов к приему, до Сильвестри. Да видите, Пелотти снова из игры выключился. Да, Беренгер. Пас на Пелотти. Пелотти, удар по воротам. Хорошо приложился Пелотти. Первым касанием пробил. Не стал мяч обрабатывать. И действительно заставил потрудиться Войцеха Щестного. Удар был, правда, в ближний угол. И поэтому проблемы Щестного не было. Канцело. Не самый удачный. Мойзе Кен подхватывает мяч. Пас на Роналду. И ошибка точно была курьезной. Снова обороняется Роналду своих ворот. Бьет тем временем Беренгер и бьет не точно. Да, не разобрали Спинацоло и Роналду. В общем, все в порядке. А вот не в порядке у Пьянича. Проблемы. 1-0. Вперед выходит Торино. 1-0. Торро забивает на 17-й минуте. Великолепно. В этой ситуации моментом распорядились гости. Да, разочарован Криштиану. Вальтер Мацари успокаивает своих футболистов. Вообще попутно давая указания. Да, ни в коем случае нельзя сейчас. Штрафной Криштиану через себя. Нет. Перевод на Матьюди. Удар по воротам. Спинацоло. Ответ Юве себя ждать не заставил. Спинацоло. Еще одна подача. Квадрадо. В прыжке. Но мяч не достает. Ну что, веселый футбол. По фланге. Бернардески. Прострел. Нет. Криштиану. Удар по воротам. Нет. Мяч пролетает рядом со штангой. Неплохо приложился Криштиану. Криштиану. Белотти. Он в штрафной. Белотти. Удар поворота. Снова перевод на Бернардески. Прострел. Мяч колумбиец. И снова навешивает. Но скорее. Ну и Торино на данный момент, если мы берем таблицу прямо. Удар Криштиану. Ювентус очень опасная. Кен, удар поворотом. Еще удар.
достаточно. Снова так через правый фланг. Канцело. Будет ли угловой? Да. Беренгер. Ой, как технично играет Беренгер. Идет, бьет по воротам. Испанец. Очень технично обыграл соперника Беренгер. Янич, кстати. Или Ансалди. Ансалди. Нет, нарушение. Спинацола. Очень долго атакой. Прострел. Ювентус. Квадрадо. Минута. Отметим, что за Квадрадо на Бонуччи. Ансалди в штрафной. Падает, но Канцело удар прервал. Теперь попытка Ансалди. И мяч летит выше ворот. Да, Ансалди, конечно, убежал замечательно. Здесь удар скорее был не то что от отчаяния, от безысходности. В штрафную вошел Спинацоло. Бьет по воротам. Ди Белотти. И угловой. В конце тайма Белотти заработал угловой на 45-й минуте. Ну что же, это кажется поинтереснее. Спинацоло. Тем временем очередной дриблинг за. И вот, собственно, момент, который не завершается мячом. Канцело. Подача еще одна. Годовщина 70 лет со дня авиакатастрофы. Патрим. Подача. И вот он. Момент для Беренгера. Квадрадо. Как я понимаю. Подача Роналду. Как он взлетел, Криштиану Роналду. Но удар пришел. Еще одна подача. И здесь разыгрывает. Ансалди подает. Удар головой. Выше. Выше. Пробил, по-моему, Нкулу. 1-0. 1-0. Уже лучше. Канцело. И нарушение правил со стороны Роналду. Против. Слышно прекрасно. У них приподнято настроение. Ну, счет на табло великолепный. Так, Лукич и Бонуччи что-то не поделили. Причем Бонуччи пошел. Есть. У него партнер Ансалди. Очень. Спинацоло. И вот шанс для Спинацоло. Удар. Мяч проходит рядом со штангой. Но вот Леонардо Спинацоло в этом моменте взял игру на себя и сместился в центр. Это было неожиданно для игроков Торино. И пробил Спинацоло, но пробил плохо. Мог, конечно, нанести удар в дальний угол. Центр Криштиану. Серия финтов. Прострел. Бернардески нет, не забивает Ювентус. Какая атака была резкая, быстрая. Но ни Мойзекен, ни Бернардески мяч в ворот отправить не смогли. Пьянич. Ди Сильвестри. Белотти. Очень, очень. Нет, вот так оригинально. Кстати, Киллини. Штрафную, штрафную на Кена. Удар Мойзе, но удар не сильный получается. Нападающего Юве. Смотрим, как здесь грамотно открылся. Дорогие друзья, они жаждут победу. Спинацоло. Подача Роналду. Гол! Криштиану! Криштиану Роналду! Сравнивает счет Ювентус на 84-й минуте. Ну и, конечно, он король воздуха. Как же он взлетел снова. Наконец прошла подача Спинацолы.